и в тебя нельзя не влюбиться. Мой город Киев, моя столица. Вась, куда мы приехали? Приехали в окрестности села Окунск Маневицкого района Волынской области. Одно из чудес природы Полесского края. Оконське джерело. Ага. Из мезозойских пластов, из мезозойских слоев пробивается чистая, живородящая вода с постоянной температурой. Источники. 3-4 градуса. Вот такие источники, такими клубами бьется из земли уже столетия, не иссякая. И запитывает, вот речушка начинается здесь, эту воду забирают вон туда пруды, форельное хозяйство, форель разводят в чистой воде. Вон дно даже видно, тут глубина метра, ага. Даже видно дно какое-то. А туда зайти нельзя? Раньше, в годы моего студенчества, здесь было все открыто. Мы подходили, набирали прямо с озера. Ну, сейчас отвели, вон, это сделали. Там берут воду эту. Ага, сейчас покажу. Забор из трубы идет, забирают, кто хочет пить. Она питьевая, чистая вода. Что ты говоришь, мезозойские, что-то там? Мезозойских слоев, с глубинных мезозойских слоев дренируются водоносные горизонты здесь, то есть выходят в виде источников воды. Вот так на поверхность и образовалось озеро, обнесенное вот таким валом. Оно пробивалось несколько раз в разных местах. И вот здесь, и здесь форель выращивают, да? Не здесь. А форель здесь? Выращивают вон там целое хозяйство. За забором. За забором, да? Сюда вода самотеком идет туда, заполняется у пруды, там разводят форель. Делают большую, потом большую комнату. Там промышленное выращивание форели. Вон машина приехала, эту рыбу забирают, где-то рестораны всякие. Вот эта машина, да? А здесь люди приезжают, набирают воды. Мы сюда заехали набрать водички. Вот люди набирают целыми банками. Ага. Оконские джерела, природный заповедник. Ну, сколько людей.